Чё ты мне теперь сказать можешь, блядь? Что ты можешь, нахуй? Вот что ты, блядь, четерюга ты ссаная, блядь? Что ты можешь? На сцену щёчек... меня. Ща носу. На сцену меня митинг. Всем привет, друзья, с вами Джонни. И сегодня я вам покажу, как установить и как пользоваться голосовым чатом на Diamond RP. Также в ролике вы увидите несколько примеров, где я использовал голосовой чат. Думаю, вам понравится. Ну и, конечно же, ребят, не забывайте, что играю я на Diamond RP Ruby. IP есть, как всегда, в описании. При регистрации на сервер обязательно указывайте мой промокод. С него вы получите около 150 тысяч. Проходите начальный квест, после этого отписывайте мне, и я вам дам небольшой бонус. Ну и, конечно же, вот он, победитель с прошлого ролика. Отпиши мне в ЛСВК, чтобы забрать свой приз. Ну а правила, как всегда, просты. Нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк и написать какой-нибудь положительный комментарий. Желаю вам приятного просмотра. Если ты хочешь создать свой сервер в SAMP, КРМП или МТА, тогда тебе на bighost.org. Именно здесь ты сможешь создать свой сервер за низкую цену, а также выбрать любой ролплей мод и поставить его в один клик, создав при этом полноценный проект. Все ссылки будут в описании, так что заходи, регистрируйся и создавай свой сервер. Короче, давайте начнем с самого главного, а именно, как же установить голосовой чат. Многие думали, что для того, чтобы играть с голосовым чатом, придется обязательно играть через лаунчер, мы можем играть на любой сборке, при этом используя голосовой чат. Для этого нам понадобится скачать всего лишь один архив, и будем мы его качать с личного кабинета. Так что ни в коем случае не качайте голосовой чат с других источников, потому что вероятнее всего там будет стилер. После того, как мы зашли в наш личный кабинет, слева внизу мы видим такую вкладку, как голосовой чат. Открываем ее, и советую скачать архив без автоматической установки, потому что установка там очень простая, а с автоустановкой у вас могут возникнуть проблемы. После этого открываем архив, который мы скачали, и все файлы, которые находятся здесь, перекидываем в нашу GTA-шку. И все, установка очень простая. Ну и теперь, когда мы будем заходить в игру, в чате нам будет писаться, что мы подключились с голосовым чатом. И также мы замечаем сразу же слева над радаром такую вот иконку микрофона, и когда мы будем говорить, она будет загораться зеленым цветом. И также, если мы нажмем кнопку F2, у нас появится настройка голосового чата. Здесь мы сможем изменять клавиши, на которые будем говорить, делать остальных, у которых тоже есть голосовой чат, потише, блокировать того или иного игрока, который вам мешает или же неприятен, и многое другое. Но здесь, думаю, вы разберетесь. Ну что ж, думаю, вы поняли, как все работает. Теперь предлагаю пойти и найти тоже других игроков, у которых уже есть голосовой чат, и пообщаться уже с ними. О, пацаны, здорово. Здорово, здорово. Че, как вам голосовой чат? Ну, как-то тихо, не знаю почему. А, у меня, наверное, игра просто... Ну, нормально слышно у вас. Да вообще, права купили, катаются сейчас. Да, ладно, я. Короче, давай, я пошел. Здорово, Женя. Давай. Здорово, Луни Стар. Че, у тебя какой левел? У тебя какой левел? У меня пока первый, я сейчас начинаю. Ну, короче, смотри, я типа не могу тебя принять, потому что нужен третий левел. Мне система не позволит тебя принять, Фому. Короче, будешь третий левел, напишешь мне просто в смс или в ВК, и мы встретимся, я тебя приму, хорошо? А ты... Да, да, да. У тебя Фома есть? Да, да, Фома Стар. У нас, так, короче... Давай я сейчас новый аккаунт создам тебе. Ну там нужен третий левел. Я с первого левела не смогу принять. Ну так я третий качну. Ну создай, типа качнешь, потом напишешь, если что. Ну сейчас это. Ну я тогда поехал. Давайте, парни, удачи вам тоже. Хорошего вечера. Короче, как будет третий левел, напишешь, я тебя приму, Фому. Окей, давай. Все, давай. О, пацаны, здорово. О, здорово, здорово. Здоров. Как дела? Что делаете? Работаем? Нормально. Работаем. Дай денег малоимущим. Кто догонит, тому ничего не дам. Я пущу эффекты, вообще тебе советую взять тазик, туда намешать катухи с мазиком, перед сном съесть, короче. И за ночь масса прям попрёт. Я понял, сейчас. Да, привет, здорово. Чё, как жизнь? Нормально. Больше к той бабе, которая на уши тебе шептала, не заходил? Чё, погнали Митина догоним? Да-да, а где он? А где он? Я просто... Вон у Санта-Марии сейчас. Погнали. А давай я сяду? Давай. Садись. Поехал. Сейчас, музончик еще. Давай-давай, я подъеду, ты включишь. Давай-давай. Привет,
Алло, бродяга. Алло. О, Митин! Давай гонку, слышь? Алло, здорово. Здорово, здорово. Здорово. Нормально вы чё, работает у тебя все? Да, чё. Слышишь? Подписывайся на канал Фарман Мегатон. Реклама. Алло. Здорово. Здорово. Чё, у тебя девки там, что ли? Чё, на вписке бухаешь? Ор. А ты чё, дебил, что ли, с девками и в самп играешь? Да я шучу. Жаль. А, ты с пацанами. Это мой брат просмеялся. Митин, Митин. Митин. Чё? Как дела? Сейчас, все круто. Что? Ну как дела? Да вот, эти чуваки нам кричали что-то. Чего, пацаны? Давай гонку. На лям. Готов? Все, погнали. Сейчас найду. Ставки на спорт. Секунду. Спорт. 1xbet. Надежный букмекер. 1xbet. Быстрые выплаты. 1xbet. Куда пошел? Да я сейчас пойду побегаю еще и в офнусе. Поехали, пойдем побегаем вместе. Поехали на пробежку. Здравствуйте, я с компанией Арифлейм. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты пидорас, конечно. Дайте денег. О, Джонни, скорее, дай денег. Кто денег просил? Давайте я дам. Денег нет. Я есть, да? Вот я. Дам мне денег. Кому денег, пацаны? Мне. А, есть, подожди, сейчас у меня КД. Ёпта. Ты чё вздохнул? Ну ёпта. А, я тоже. Ой, неплохо. Ваня, доброе утро. Добрый вечер. Дайте мне таблеточку, пожалуйста. Таблеточку, пожалуйста, пропишите нам. Таблеточку, вот. Таблеточку, пожалуйста. Кишечника. Таблеточку. Таблеточку. Да, тоже мне тогда. Удачи тебе. Да, ты жестко. Тебе тоже удачи, брат. Да. Удачи, Дагестан. Из Дагестана? Пока. Да. Слава Украине. Вводите промокодик STAR. Вводите промокодик STAR и подписывайтесь на канал Джонни STAR. Короче, друзья, что могу сказать под конец? Голосовой чат, наверное, это самое лучшее обновление за всю историю Даймонда. С помощью него открывается очень много возможностей. И если вам понравился данный видос, то обязательно поставьте лайк, ну и, конечно же, оформите подписку. Давайте уже добьем 8000 хищников на канале, и тогда я вам солю свою приватную сборку. Обязательно напишите в комментариях, кто уже скачал голосовой чат и опробовал, понравился он вам или нет. Мне лично голосовой чат зашел. Что ж, ну а с вами был, как всегда, Джонни STAR. Всем пока!